рассказывает о порядке подготовки и проведения смотров, оперативно-технической готовности транспортных средств органов внутренних дел. Наряд госавтоинспекции прибыл в оперативную дежурную часть МВД СССР для получения задания на сопровождение колонны автобусов. Оперативный дежурный ставит задачу наряду на сопровождение, разъясняет особенности маршрута и уточняет время прибытия в конечный пункт. Колонна автобусов готова начать движение. Старший наряда госавтоинспекции докладывает оперативному дежурному МВД СССР и оперативному дежурному управления ГАИ города о начале движения. Подразделения госавтоинспекции, расположенные по маршруту движения колонны, готовятся обеспечить проезд сопровождаемой колонны. Оперативно-служебная деятельность милиции связана с постоянным использованием различных автомобилей и мотоциклов. В современных условиях эффективность охраны общественного порядка и работы по предупреждению и раскрытию преступлений в значительной степени зависит от оперативно-технической готовности автомобилей и мотоциклов милиции. Руководством МВД СССР принято решение провести смотр оперативно-технической готовности машин одного из подразделений госавтоинспекции столичной милиции. Начальник подразделения госавтоинспекции Главного управления внутренних дел Мосгорисполкома, полковник милиции Сапилов, докладывает начальнику управления МВД СССР генерал-майору Калинину план построения личного состава и транспортных средств. Основные мероприятия по подготовке и проведению смотра. Разрабатывается план проведения смотра, который утверждается руководством Главного управления внутренних дел Мосгорисполкома и управления МВД СССР. Автохозяйство
проводит оперативное совещание с инженерно-техническими работниками о подготовке транспортных средств подразделений госавтоинспекции к смотру оперативно-технической готовности. Руководство подразделения госавтоинспекции ставит задачу инспекторам, за которыми закреплены транспортные средства, о подготовке к смотру. Разъясняет роль водителей в этой работе. Оперативно-техническая готовность автомобилей и мотоциклов определяется прежде всего их исправностью. Внешний вид, окраска, опознавательные знаки и надписи должны соответствовать требованиям ГОСТов, отраслевых стандартов и нормалей МВД СССР. Транспортные средства укомплектовываются положенным специальным оборудованием и инструментом. Они должны иметь запас хода до очередного технического обслуживания, до капитального ремонта или до списания. Быть заправлены топливом, смазочными материалами и специальными жидкостями. Оперативно-техническая готовность в решающей мере зависит от наличия подготовленных водителей, имеющих при себе соответствующие документы. Готовность автомобилей и мотоциклов милиции проверяется на смотрах оперативно-технической готовности, которые в соответствии с приказом министра внутренних дел СССР должны проводиться ежегодно в каждом органе внутренних дел. Смотры проводятся также при инспекторских проверках автомобильной службы МВД, УВД, управления отделов транспортной милиции, а по решению соответствующих руководителей и при комплексном инспектировании. Основные положения по проведению смотра приведены в приложении к наставлению по автомобильной службе в органах внутренних дел. Если условия позволяют, то смотры оперативно-технической готовности целесообразно проводить на территории автохозяйств или проверяемых подразделений. В тех случаях, когда это невозможно, смотры проводятся на заблаговременно выбранных удобных площадках. В период подготовки к смотру работники автохозяйства и представители проверяемого подразделения проводят в присутствии водителей контрольные осмотры машин в соответствии со статьей 379 «Наставление по автомобильной службе». При этом применяются необходимые приборы и оборудование. Выявленные недостатки устраняются производственными рабочими авторемонтной мастерской автохозяйства при участии водителей. Особое внимание уделяется агрегатам, механизмам, приборам, узлам и деталям транспортных средств, исправное техническое состояние которых обеспечивает безопасность дорожного движения, а также специальному оборудованию и внешнему виду автомобилей и мотоциклов. Thank you.
подразделении госавтоинспекции идут последние приготовления личного состава к смотру. Смена инспекторов, заступающая сразу по окончании смотра на службу, заряжает оружие. Личному составу этой смены отдается приказ о заступлении на охрану общественного порядка. Смотр прибыла проверяющая комиссия во главе с начальником управления МВД СССР генерал-майором внутренней службы Калининым. Начальник подразделения госавтоинспекции, полковник милиции Сапилов, докладывает председателю комиссии о готовности личного состава и машин к смотру. Комиссия уточняет данные строевой записки, фактическое количество представленных на смотр автомобилей и мотоциклов, проверяет внешний вид водителей и убеждается в подготовленности транспортных средств к смотру. В начале смотра обеспечиваются условия для работы по проверке машин и устранение выявленных недостатков, пожарная безопасность, техника безопасности, милицейская охрана территории смотра, регулирование дорожного движения на путях, ведущих к территории смотра и на территории смотра, а также киносъемка или фотосъемка смотра. Председатель комиссии отдает распоряжение приступить к осмотру машин. В ходе смотра проверяются наличие и состояние документов, положенных водителем и на машине. Наличие и состояние машин в объеме контрольного осмотра. Специальным оборудованием, положенным комплектом инструмента, медицинскими аптечками, средствами пожаротушения, ремнями безопасности, знаками аварийной остановки. У всех автомобилей и мотоциклов производится запуск и проверка работы двигателей. Отдельные автомобили и мотоциклы проверяются в движении. Выборочно проверяются знания водителями основ технического обслуживания и ремонта машин, правил эксплуатации их специального оборудования. Наличие на смотре подвижной авторемонтной мастерской дает возможность устранить на месте мелкие неисправности. Общая оценка результатов смотра выставляется по системе, указанной в приложении к наставлению по автомобильной службе.
машин по разрешению проверяющего и начальника подразделения водители самостоятельно, соблюдая правила дорожного движения, покидают место проведения смотра, не дожидаясь окончания проверки других машин. Надежно обеспечивают образцовый порядок и безопасность дорожного движения на улицах и площадях столицы нашей Родины, города-героя Москвы. Готовность номер один транспортных средств милиции обеспечивается четкой работой автомобильной службы при постоянном и тесном взаимодействии со всеми милицейскими службами.